Неприятная история развернулась в сборной Сербии. Началось все с публикации Немании Матичем веселого видео в Инстаграме, на котором он пристает к экс-партнеру по Челси Бранислову Ивановичу. Смотрите, также подписывайся на наш канал в Телеграме, давай сфоткаемся. Нет, в итоге футболисты спозировали вместе, но защитник «Зенита» не выглядел радостным. На прошлой неделе Иванович был лишен капитанской повязки сборной Сербии в пользу Александара Таларова. Этим воспользовалось сербское издание «Курьер», опубликовавший новость с заголовком «Столкновение бывшего капитана сборной Сербии с партнерами». В тексте указывалось, что партнеры смеются над Ивановичем, который выглядит шокированным. Но шокирован оказался Матич. «Вот из-за такой лжи я никогда больше не буду общаться с сербскими медиа», — объявил Матич 26 марта. 27 марта Сербия проведет товарищеский матч против Нигерии. Подписывайся на наш канал в Телеграме.